Огнеборцы бьют тревогу. В регионе увеличилось количество пожаров. За минувшие выходные в результате 3 ЧП погибли несколько человек. Трагедия на улице 3 Вандышевская в Кинешме унесла жизнь женщины 1946 года рождения. В деревне Бредихино Заволжского района на пожаре в частном доме погибла пожилая местная жительница. Мужчина 1956 года рождения стал жертвой огня в Тейково. 13 марта вечером в Кохме произошло возгорание в квартире 5-этажного панельного дома на улице Машиностроительная. Огнеборцы эвакуировали 15 человек. Женщину, находившуюся в эпицентре пожара, спасти не удалось. Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении. В марте текущего года количество погибших на пожарах людей увеличилось в 6 раз. Это связано в основном с неосторожным обращением с огнем. Люди во время пожара в основном находились в состоянии сна и отравились продуктами горения. В связи с чем необходимо применять и устанавливать у себя в жилье автономные пожарные извещатели. Данное техническое средство поможет спасти своих близких от пожара